скромный домик на улице Абая, одной из живописных улиц Алматы. Здесь живет и работает выдающийся казахский прозаик и драматург, видный ученый и общественный деятель Мухтар Омарханович Ауэзов. Прожито 60 лет, 40 из них отданы труду. Труду повседневному, кропотливому, неутомимому. Иногда становится грустно, все ли успел сделать из задуманного. Конечно, не все. А радость свершенного, разве не прибавляет она силы человеку больших жизненных планов? Разве не открывает она все новых и новых вершин будущего? Грусть и радость, грусть и любовь к жизни – вечно неразделимые сестры. Они живут одним беспокойным сердцем постоянных надежд и свершений. Завершена огромная эпопея о жизни казахского народа предреволюционных лет. Выразителем чаяний народных, раскрыт в ней во всем благородстве своих помыслов, главный ее герой – классик казахской поэзии Абай Кунанбаев. Книги писателя получили широкое распространение в нашей многонациональной стране и далеко за ее пределами. Они переведены на языки народов многих стран мира. Мухтар Омарханович постоянно занимается научными исследованиями, педагогической работой, принимает участие в общественных делах страны. Он выступает на конгрессах и конференциях защитников мира, является депутатом Верховного Совета Казахской ССР. Освоение великого наследия мировой культуры Запада и Востока, кропотливое изучение огромных духовных богатств русского народа, постоянные творческие искания – все это с первых лет стало органической необходимостью писания своего. В дни второй декады казахской советской литературы в 1949 году в Москве произведения казахских писателей привлекали внимание многих видных писателей и ученых Советского Союза. Первое место в рядах казахских литераторов, представленных на декаде, занимал Мухтар Омарханович Ауэзов с его многотомной эпопеей «Абай». Как один из активных советских борцов за мир, Мухтар Омарханович побывал в ряде стран – Китае, Индии, Японии, и там познакомился со многими прогрессивными деятелями культуры и литературы, выступая на конференциях и совещаниях сторонников мира. Сегодня в Алма-Ату прибыли гости из далекой Индии. Среди них ученые и писатели. Казахский писатель Ауэзов на родной земле встречается с ними, как с давними и хорошими друзьями. Мухтар Омарханович работает над новыми книгами. Многочисленные издания и переиздания романа «Абай» тиражами в сотни тысяч экземпляров не могут удовлетворить всех бесчисленных запросов советских читателей. Произведения любимого писателя раскупаются мгновенно. Эти кадры хроники запечатлели 50-летний юбилей со дня смерти Абая Кунанбаева. Писатель и академик Мухтар Омарханович Ауэзов выступил с интересным научно-биографическим докладом о жизни и деятельности великого казахского поэта и просветителя. Пятидесятилетний юбилей Абая Кунанбаева широко отметила научная и литературная общественность Москвы. Мухтар Омарханович принял самое активное участие в организации и проведении этого юбилея.
вот мы вновь на квартире писателя в Алма-Ате. Годы слегка прибавили ему седины, но не сломили постоянного жизнелюбия, не снизили творческого упорства. Лишь иногда хочется выйти в сад, подумать о прожитом, встряхнуть на руках крепыша внука. И маленький Ильдар очень доволен, когда у деда находятся такие свободные минуты. На улицу Абая в адрес писателя Ауэзовой из всех республик нашей страны и из многих зарубежных стран приходят письма читателей. Но на этот раз почта не совсем обычная. Писателя поздравляют с его юбилеем. Вся страна отмечает 60-летие со дня рождения, 40-летие литературной и 25-летие научно-педагогической деятельности Мухтара Омархановича. Чествование юбиляра началось на его родине, в Семипалатинске. Радостно встретили земляки Мухтара Омархановича. Взволнованно приветствовали юбиляра писатели, друзья его школьных лет, земляки. А это от самых юных, галстук почетного пионера. Большую творческую помощь оказывает Мухтар Омарханович казахстанским кинематографистам. Художественный совет Алматинской киностудии тепло поздравил юбиляра. На чествование писателя в оперном театре имени Абая собрались представители широкой общественности, гости из братских республик. В своем докладе писатель Сабит Муканов отметил огромную популярность произведений юбиляра, в особенности его эпопеи об Абае, переведенной на многие языки мира. Председатель Президиума Верховного Совета Казахстана товарищ Ташенев вручил Мухтару Омархановичу орден Ленина. Секретарь ЦК Коммунистической партии Казахстана товарищ Джандильдин огласил приветствие ЦК партии, Совета министров и Президиума Верховного Совета Республики. Юбиляра приветствовали от Президиума Союза писателей СССР Константин Симонов, от писателей Украины Олесь Гончар, от писателей Узбекистана Гафур Гулям и многие другие представители братских литератур. Дорогие товарищи, дорогие родные, братья, сестры, друзья, вы все великолепно понимаете, какие знаменательные дни и знаменательный час для меня, данный час, данные дни. И для моей 60-летней жизни это самое, может быть, значительное, никогда мною до сих пор не пережитое прекрасное, чудесное время. Я благодарю родной мой советский народ, родную мать мою. Я благодарю родное наше советское правительство, правительство нашей республики и правительство всего нашего Советского Союза. Я приношу сыновную, глубочайшую, самую горячую мою благодарность родной коммунистической партии в лице Центрального комитета партии Казахстана, Центрального комитета коммунистической партии Советского Союза. В столице Советского государства Москве сегодня в Доме ученых, писателей, деятелей науки и культуры отмечают 60-летие крупнейшего советского писателя Мухтара Ауэзова.
докладом о его жизни и деятельности выступил писатель Петр Георгиевич Скосарев. Юбиляр приветствовали собратья по перу, ученые Академии наук СССР и Института мировой литературы. Все они пожелали долгих лет жизни и плодотворной творческой деятельности во славу советского народа. И жизненная любовь народа, и слава родились в труде писателя, а труд всегда вдохновляет человека и раздвигает перед ним жизненные горизонты для новых благородных творческих свершений.